Друзья, всем привет! Сегодня в гостях у ТВ-Шанс замечательная певица Мила Лайт. Милочка, привет! Добрый день! Расскажи нам о себе, как решила принять участие в нашей первой вечеринке, ну и, собственно, о своем творческом опыте. Ну, на самом деле, узнала случайно о PR-вечеринке еще там по осени, как-то просто не получилось. Вот решила попробовать, прийти посмотреть, что это и как, это очень интересный проект. Творческая жизнь. Вообще, я приехала из Якутии, там у меня была группа своя, все замечательно, как бы пела, решила покорить Москву. Вот, приехала, сейчас выступаю как бы там на каких-то вечерах, на корпоративах, ну и прочее, там юбилей, какие-то праздники, вот. Ну, достаточно узкий круг пока, вот. Ну, тем не менее, дальше надо двигаться, стараться, вот. На данный момент у меня идет запись собственной песни. Надеюсь, что в скором времени смогут ее люди услышать. Ну что ж, мы вместе с нашими зрителями тоже надеемся именно на это. И желаем тебе сегодня большой удачи. Вперед, покажи класс. Спасибо большое, постараемся. До свидания.